Вообще нам надо активнее преодолевать холод блокового противостояния продвижением идеи интеграции интеграции. Уникальное положение на стыке ЕАЭС и Евросоюза обязано приносить Беларуси пользу. В идеале западные и восточные векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. Сейчас же происходит обратное. Подвижки в диалоге с Западом вызывают, как я уже сказал, раздражение в Москве и наоборот. К балансу мы придем только тогда, когда рынок Евросоюза для нас превратится в реальную альтернативу российскому. Не на бумаге, а на деле по конкретным результатам.